меня всегда поражает, как называть, нехозяйственность, так ласково назовем. Где русский человек появляется, захламленность до небес. Ну, крапива эту, никто не жил, понятно. Но уже явно, что жить будет человек. А почему было не убрать? На под туалет маленько. Выходит из туалета, крапива растет, голую задницу обожгет. Вот пришел я, сколько? Ну, полчаса. Ты посмотри, какие кучи. Тем более, говорю, вчера тот дом освободили мы полностью. Никого не было. Пришел один калека. И уже в обед у меня полностью все освобождено было. Смотри, она какая крапива. Вот она какая. Невозможно. Русский человек развращен. Как сказал Михаил Сергеевич Горбачев. Несметное сокровище развратили нас. Одной пресной воды тратим 70 раз больше нормы. Что, непонятно, что что-то не то делается с нами. Я написал стихотворение. На нашей земле вожделение, зависть облизывает, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый раб. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь. И вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренной нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Франция как-то сумела от этой чумы. Заразила Россию. Парижская коммуна побыла немножко. Лопнула за 72 года. Никакой Наполеон не пришел освобождать. Почему? Согрешили. Согрешили, и поэтому... Вот так. Вот только пришел, смотри, сколько уже выпало. А что спрашивают-то, кто я такой? Коллега. Попали, привел утром до завтрака ребятишек. О, упала. Крапива, смотри, черемуху опрокинула. Это курицы. Чья черемуха? Анина. Ну-ка, иди, забери ее. Это курицы. Курица, я думал, это я. Уж не виноват, да вину беру на себя. Смотри, вот сейчас они берут, это юрга, проходи сюда. 7 часов 38 минут. Вот, смотри. Здесь нельзя было подойти, этот кучи крапивы, это нарвал. Сейчас, утром. Полчаса, юрга освобожденный. Крыжовник освобожденный. Туалет освобожденный. Мы уже неделю тут толкутся люди, и ничего никто не делает. Почему? Это наши люди верующие. Меня всегда это трогает. Ясно, что она зашла тут. Дом приобретен, матушка, она ничего она не сделает. Но мы-то можем. Смотри, какая чистая территория. Остатки тут клен, который отломил, можно вырубить. Василиса руки сложила. Давай по-быстрому. А там... Вот, види, собирай билет. Когда матушка ушла... Пойдемте, кто? Ну, а что, сейчас Володя придет, заберет это. Ты мешки на солнышке не оставляй, они все у тебя распадутся. Солнце нет. Съедает их, я же говорил. Вон там дрова лежат. Ну туда можно их в тенечек забросить? А сейчас, через 5 минут собираем. Что? Через 5 минут дрова складываем. Она вчера, я видел, там валяется на солнце. Ну так все вытаскиваем, ну как ты, освободила. Ну, целый день они на солнце-то, да зачем лежат? Ой, пожалуйста. Уберите, уберите, пожалуйста, ради Христа. Ну, зачем тут Христа-то? Уберите кадрик, пожалуйста. Ну, да, перестань. Уберите. Христа, ну, Миша, убери, пожалуйста. Зачем тебе? Зачем мне мир? Ну, я говорю, что не фотографирую. Ну, мы ребятишек снимаем, ты подвернулась под кадр. Ты зачем? Ты их хватать будешь. Успокойся. Ну, нам чужой имидж не надо. Ну, как ведем себя, так и будут весь мир видеть. Прям мгновенно в бешенство входим. И как бояться огня? Все. То есть вел себя недостойно, говорил недостойно. А пока нет, я ребятишкам сказал, вот сюда крыжовник нам не разрешает брать. Скорее наешься. А написано, в пазуху не бери. Это мы
по слову Божию сделал. Наелись крыжовника? Да. Все, это мои пингвинята. Я забочусь как, чтобы они у меня сытенькие были, искупались, здоровенькие. А это уберите. Мы снимаем не тебя, ты подвернулась тут. Зачем это говорить? Видите как, нехорошо это. Так, ну-ка убить я. Ваня, подожди. Я вот еще тут сосед держит скотину такую, которая крапива есть. О. Миша, ну пойдемте, так, пожалуйста. А там мир, это вот сказать Володе, пусть он думает. Вывозит. Давай. Игнатий Тихонович, разгружать не надо идти. А, сейчас, ну иди разгружай. Угу. Все. Разгружай. Так, отойдите. Людмилы, мы здесь кружаем, много здесь таких вещей, которые нужные и ненужные, может быть так, много, наверное, хлама, но она все это хранит и копит, зачем-то приумножает на черный день. Ну есть вещи, я согласен, нужны, вот бывает хозяйство, что какая-то дощечка, вот железка. Да, это необходимо. Но если все это перебрать и положить правильно, то да, это нужно. А если так в кучу валить, то маленько так показывай, куда он вносит его. Куда он вносит? Да. Наверное, друзья, да, посмотрим уже. Надо искупаться, наверное, да? Да, не мешало бы. Пораньше, да? Вот такого дня. Так, дерево, наверное, на ту сторону. Дерево на ту, ручки на эту. Так. Вот я думаю, еще это придется это все как-нибудь разбирать. Ну да. Так, шкурный вопрос. Еще надо. Интересно, когда он так летит, потом он складывает, интересно. Я это в яму-то сталкивал там, так забавно получалось у меня. Ну, сверху вниз это легко, конечно. Там мы грузим долго, а загружать-то быстро. И так интересно, диван, это самое, холодильник загружался в полете. Там что, гора, откос какой-нибудь, да? Яма. Там яма. Яма? Да. Так, ну, шкуру сейчас. Куда я сейчас трясти буду потихоньку. Садите, чтобы не попало. Это все будет, как ставим в интернете, да? Сколько добра здесь. Шкуры. От овец не принимают. Раньше все это принимали. Люди выделывали
всякие вещи. Ну, что там, хорошие вещи причем. Да. Шапки. А сейчас не нужно. Лупы были. Столько овец держит, только ради мяса. Я бунты. К родителям ездил, там брат брал баранину. На 4000 взял. По себе лично в город. И этот, который держит, единственный, говорит, кто держит стадо барановцы, овец. Нигде, говорит, не принимают, он даже их и не стрижет. Они, видно, сами линяют. Вот так. Приезжайте, потеряю, кого вас обеспечим. Тут можно с них, казахи бы какой-нибудь вигвам бы сделали. Ничего не строили, просто вигвам. Женился бы он вместе сразу. Черту бы смастерил и все. Виктор Николаевич, а вдруг приедут? Ну а что, пусть у матушки берут. И шкур не хватит. О, за каким добром, да, приедут. Казахи тоже сейчас почти все современные. А эти, брат, шланги уберешь, а то у меня получилось под колеса упали. Можно их даже, можно и на крышку положить. Там и Анна красила немножко, нет? Не красила. А чем так занималась? Уборкой. Это палатка вот военная. Все оформлено. Где-то подождем попадало. Субботы мы это вывозим добро. В субботу ходок 5 сделали. Вчера, штук, ну не знаю, больше, наверное, 5 сегодня. Ну, больше, наверное, больше 15 ходок уже сделали. Ну, кузовок маленький, конечно. Но столько вещей, удивляешься, как матушка трудолюбила, как муравей носила туда-сюда все эти годы. Копила, копила. Теперь на тракторе не можем вывезти. Вот, ну все. Аллилуйя.